И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Crazy Phone, Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника» на карте FNAF 3 вашими любимыми бабушкиными калитками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Выживать. Хоп. Хоп, нажал. Я успел. Вот это она страшная. Ну, нам не надо бояться, потому что она сюда никак не сможет попасть. Какие у тебя зубы классные, мне нравится. Исчезла. Так, я хочу, наверное, пацаны, сделать обход. Но очень боюсь выходить. Мне кажется, он может в любой момент просто прийти резко. А кто там в вентиляции ходит? Это ты? Пацаны, ну что, выходим? Я посмотрю, у них нет. А, вот он. Я закрыл. О, плюш-трап пришел. Беги, он тебя может убить. Беги! Я ему пинка под жопу дал. Так, я смогу вот так отсюда хорошо смотреть. Вот он бегает. Так, калитка стоит крепко. А он тут внизу не пройдет? Эй! Нет, он большой. Блин, это очень опасно, ребят. Такое ощущение, что он сможет калитку сдвинуть. Нет, тяги хватает. Они никак не он пройдут. Тут. Он пролез. Где он? Ай! Нет, пожалуйста. Так, в следующий раз, когда будет идти аниматроник, я хочу попробовать двери удержать. Попробуй подвинуть. Нет, тихо. Правильно сделал, что нажал. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день и записываем то, что больше всего вы любите. Так, ничего здесь не жмется, а здесь. Было бы классно, если бы такие автоматы были бы рабочие. Ой-ой-ой, я его испугался, боже, зачем так пугать мощно? Так, это у нас голова. Давайте проверим, я смогу взять бумажки? Блин, даже бумажки взять нельзя. У головы Чики. Ничего нельзя взять. Так, что у нас тут? Могу зайти? Дверь закрыта. Открыто теперь, смотри, Дим. Ты открыл? Дверь открылась. Да, она тут открылась. О, пошли. О, так это как выход у нас. Классно сделано, вообще бомба. Опа, можешь перепрыгнуть. Побежали. Ты прям как Быстрее. В Супер Марио прыгнул. Давай, до нашего офиса бежим. Он не успеет за нами добежать, и мы уже будем закрыты. Я его задержу. Задерживай. Ай, блин, воротами по башке дало. Так, его нет. Он не убил? Так, пока мне все спокойно. Никого я не вижу из аниматроников. Вы видите кого-то? Нет. Я тоже. Я слышу кошмарного голубоя. Там, да, где-то? Или там? Нет, где-то там. Пацаны, вроде вентиляции. Я проверю. Я слышу. Вот он, да, я чувствовал. Эй, слышь ты! Он на попе, как на роликах катается. Согласен, Hello. Есть такое. Hello. Так, ну вроде он спокойно себя ведет. Так, и что он нам будет делать? Никого больше нету. Я вот не буду. А ты засал... Ой. Тихо. Так, пацаны, я спасаюсь. Я красиво убегаю. Все, отлично. Я убежал от него. Нет! Тихо, я убегаю! Этот еще страшнее, чем был. Слышите эту музыку прикольную? Это часы бьют. Из FNAF 4. Так. А кто калитку отжал? Он не сможет ее сдвинуть. Хотя тяга не такая вот и большая. Мне кажется, если придет какой-то мощный аниматроник, он сможет отодвинуть наши калитки. Так, давай, я держу. Так, тихо. Тяжело держать. Он ушел, он там дверь. Все, выключайте. Так, и что я успею нажать?
Так, следим. Я его вижу, там вроде тень была. Вот он ходит. Блин, а как эта тень проходит через стены? Я не ту кнопку. Кнопки перепутали. Есть, я успел. Я его не пустил? Смотрите, смотрите, но тени нет? Нет. Тени нет, слава богу. Угон разозлился на нас за то, что мы смогли двери закрыть. Так, все, красную нажал. Вот это он гигантский. Никто не хочет к нему выйти посмотреть? Я выйду, я храблю. О, давай, давай, иди. Ребята, доброволец идет из охранников посмотреть, что будет, когда он... А ничего не происходит. А, извини, блин, тебя замочили. А ты не боишься идти проверить? Так, нет, я вижу, он сейчас выйдет там. Так, смотрим. Его убили? Мне кажется, он через вентиляцию пойдет, пацаны. Чуечка. Ой. Вот он. Я закрою на всякий случай, потому что очень опасный аниматроник. Так, он кричит. А никто не хочет, пацаны, проверить, добрый он или злой? Я уже проверил разок. Ты не хочешь пойти проверить? Дима, твоя очередь. Угон, решетки наши трогает. Хорошо, пацаны, пойду я проверю. Моя очередь. Я согласен. Блин, я слышу, кто-то лезет. Ближе. Блин, он как будто в офис идет. Нет, он ко мне идет, пацаны. Еще ближе. Нет. Нет, 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 нет. Он близко. Блин. О, он упал. Отлично. Спасибо, спасибо, я выхожу. Его нету там нигде? Нету. Отлично. Я живой остался, представляете? Хотя он был очень близко возле меня. Идет, 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 нажимайте. Есть, я успел. Убила кого-то случайно. Вот это марионетка, да, классная? Будь осторожен. Бегай. Нет, она тебя не убивает. Он на месте стоит. Да. И что, ничего не делает? Я на нем хожу. Я понял уже. Все, это добрый аниматроник. Мы нашли его, кто не убивает. Ой! Нет, убивает. Убивает? Да, не добрый. Да. Так, я успею, если что. Ты видел, куда она делась? Ушла. Нет. Где этот аниматроник? Вот он идет. Веселый такой, красавчик. Эй, привет тебе! Ой. Пацаны, двери, двери! Ой, ой, ай! Там двери заключили, пацаны. И что ты смотришь? Пацаны, вы боитесь его? Боишься его? Нет. Подойди и дай ему поджопника. У него прям микросхему видно. Смотрите, как там классно реализовано. Просто бомба. И что, он так долго будет стоять? Слышь ты! Ой! Ой. А этот уже может... Что-то нам сделать плохое, но ничего не делает. Но это не я бежал, это не я. Вон он, вон побежал туда. Правильно. Его мочи. Отлично, ребята. Это умный аниматроник, который не убивает всех подряд. Все, уходи отсюда, говно. Все, выходим на охоту. Я должен убить хоть одного аниматроника. Только кто-то видит аниматроника, сразу говорите мне. Есть, процесс пошел, пацаны, не подходите, тут очень опасно, очень. Я зачистку делаю жесткую. Он не уйдет от меня, я должен его убить в любом случае. Слышь ты, аниматроник, ты где?
Я иду убивай все. Ой. Щенок, выходи. Я должен тебя убить. Пацаны, будьте очень осторожны. Это самый опасный аниматроник, которого мы должны убить. Сзади, сзади. Я должен его убить. Это не я буду, если его не смогу убить. Ну нет, не подходи, пожалуйста, мужик. Вот так надо делать, чтобы максимально было отскакивание. Убил я его или нет? Убил, убил. А шкатулку можно уничтожить? Пацаны, извините, обстоятельства, но нужно уничтожить шкатулку. Но не... Есть! Я убил! Я лучший убийца аниматроников. Сегодня мы вот так вот и всех, вот так вот мы и всех выиграли по красоте. Ты опять здесь, слышь ты? Не понимаешь, да, по-хорошему? Не успеешь ты вылезти, я убью сам себя. Если вам понравилась эта серия, я вам поднял настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.